я по литературе говорю. И он начинает считать, высчитывать, и находят якобы преподавателя какого-то, якобы. И они его ведут. Как даже наручник на преступника и на милиционера, а здесь идут, никак. Когда поднимается на седьмой этаж, что-то между собой, в это время разбежался с лестницы, ударил, вылетел в окно. Вот есть такое, такой даже какой-то фильм про Гитлера, «Восхождение дьявола». И он разбился. Никто не верит, это взяли и разбили. То есть на кого-то навешали, убили, а теперь сказать, мы нашли все. Ну и тот-то уже знает, что ищет, он больше не трогает никого. Как нужно строго соблюдать, в чужой дом не заходить. Я по интернету разговариваю, в чат-рулетке, а вот такие вот сидят, смотрят, а кто дома? И девочка ни с кем не говорит. Идешь из школы или в школу, никому не заходи. Ты верующий, верующий, ты поклонник родителям, там, как папу, тятя зовешь, благословите, придешь там же, ты останешься живая. Мне вот эта сестра Рахиль прислала ролик. Стон стоит. Люди теряют детей, и написана цифра 300 детей потеряно. И оказывается, их находят, отправляют, льдом откладывают, живые, как живые лежат, мертвые, на органы в Китай. Их поймали, и китайцев там пинают, бьют, родители лед разгребают, а они как были дети, такие они и лежат. Поняли, вот, прислала. Ну и что? А куда вы деваете, когда органы возьмете? А куда? Съедали? Ну, ответ. Поэтому работай. Мальчик потерялся, почему мальчик? А ты любишь щенков? Да. А у меня щенок есть. Щенок есть. Синяя машина. Я тебе дам. Дали? Нет. Синяя. Завернули его в герои. Дайте надо вы. Дали выехать. Звонят там. Пришлем, убейте там лежу. Сейчас. А я сейчас. Я говорю статистика. И вы вывешены здесь. 50 человек потерялись. Я спрашиваю, милиция зашел и говорю, это что, все 50? Конечно нет. Я говорю, сколько? 50 тысяч. Вот она выходит из машины, из автобуса, грудничок у нее, она пошла покупать. Нашли следы, вот она здесь вышла, ее видели, Наталью эту. Она зашла в магазин, видели, дальше не видят, по сегодняшний день. Может, с мужем не ладно, но пошла для ребенка, ребенок-то остался. То есть они работают, как у нас. А ты своей душе подумай. А вы все боитесь? Боюсь. Это законно, мне написано, остерегайтесь людей. 10-17 Евангелия от Матфея. Среди бела дня звонят. Так, ваша бабушка тут торговала пирожками, вот она сидит, бабушка. В крещет там. Ну, мы вот это другое. Ну что, вы боитесь, что ли? Конечно, боюсь. Ну, я тут одна пришла, я хотела ей сказать, там заказать. А я залез от второго этажа. И смотрю, а там рядом около двери стоят два здоровых амбала. А я бы открыл, еще бы я получил. Из чего ради-то? Я всегда запираю дверь, но однажды не запер. И в это время дверь распахивается, и три здоровых молодца в комнату врываются. Но они не знают, что у меня 7 молодцов сидит здесь. Эти как встали ребята, они говорят, ты сяду, нет, мы не туда попали. Конечно, не туда. До свидания. А у меня режиссеры, как раз фильм снимали, такие с Академ городка. Ребята, есть. Другой меня упрекал, вот и боитесь все. Ну как не бояться, то даже в этом мире. Ну вот боитесь все, я говорю, Гена, ты натолкнешься. Потом он примет монашество, Ермана Григорий будет. Приезжает кришнаит, он называется Руслан. И он, Руслан этого чешет и говорит, ты что живешь, что ты жил-то, для чего? Он задел его так. Он берет электрод, оттащил его, 3 часа ночи пришел, звонит, и он его открыл. Он первым ударом в горло, и даже пирощиным ножиком отрезал голову, зашел в алтарь, вокруг престола и бросил. Город Тура, Енисейский край. Соболезнования от патриарха, там то другое, его нету. Кажется, в 2003 году это было. 2005. Я боюсь, это естественно, у меня даже не двинет или никому не открываю. Милиционер говорит, я майор, но у меня как цепочка и глазок. Я глазок смотрю, но не открываю. А тут еще цепочка, да не одна. А я никого не боюсь. Спрашивает Покрышкина, трижды герой. Вы не боялись, он дурак, только не боится. Кто не боится, тех нет никого уже живых. Я боюсь, и поэтому я за свою жизнь смотрю кверху и книзу, откуда налетят нестреба. Они так, что вперед уставился, а немецкие летчики, они всегда выше, они туда падают стремительные.
У нас самое большее, сколько есть, кажется, 78 самолетов у нас было, трижды герой. А у них сколько, которые по 300 сбили? 300. Почему? И не говорят, потому что поделка ассы. Ты должен так прогадывать, разгадывать все, что враги делают. Как. Так, ребята, время как раз дойти до храма. Уходим. Присутствует может любой. Но ни одного слова, чтобы не было слышно. Боже, слава тебе. Господи, хвала тебе, ты дивно велик. Благодарим тебя, Христе Боже наш. Яко насытилась и нас земных твоих благ, не лишилась и небесного твоего царствия. Яко посреди учеников твоих пришелось и спаси мир, дая им. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Аминь. Хвала тебе за все во веки веков. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Серёж, вы пойдете? Нет, нет. Конечно, блин. Так, уходим с той стороны, где школа. А баня, когда баня? После школы. Заберите бумаги, которые...